для ИТМО это была очень важная игра, потому что первая игра по первой лиге. И, в принципе, вы очень достойно сыграли. Весь матч отрыв был около 10 очков, а это для баскетбола это очень мало. И, конечно, болельщики ваши все огромные молодцы, поддерживали вас. А работа была проделана большая, поэтому мы надеялись и верили в то, что мы сегодня выиграем. И родился еще тот тренер, который был всегда доволен командой. Много не получилось, но играли хорошо, лучше, чем я даже ожидал по подготовке. Очень хороший противник. Среднячки являются лиги АСБ. В прошлом году заняли 5-е место в общем зачете лиги Санкт-Петербурга. Очень хорошие игроки индивидуального плана. Хорошо играют в защите. Мы хотим занять 2-е место в этом сезоне. Вот это задание наше. Вот, ну и побороться за 1-е.